вот как новые таджики живут, вот чхебе чурур диндегин. Вот как вот эти живут, как эти, что такое. Хорошо. Почему именно пивной ресторан? Потому что... Потому что сейчас... у нас самое качественное пиво, считай, что в бывшем Советском Союзе. Да, очень вкусное, мы только что... Да, оно является самым вот, натуральным пивом, который состоит из солода качественного и плюс немецкого хмеля, который... Ну, если так взять, наверное, последние энтузиасты, мы, которые создаем такое пиво. Другие места уже такие не создают. Ну да, сейчас есть... А второе, у нас как бы есть база своя. И мы на этой базе построили как бы на свою тему, да? Предприятие. Да, вот смотри, Мар, если бы не музыка, я был в Мюнхене, в Баварии, в Австрии, в Чехии, да? Я пил там пиво, был пивник. Если бы не музыка, вообще ничем не отличается, да? Вот если пивную заходишь, вот все красиво, как дерево. Тематику английского папа сделали. Да, да, да. Очень, очень классно, очень хорошо и просто супер. И мы видим, что как среди, ну как... уже время какое, да, все равно много людей. Вот. И поэтому, но самое главное, вы не будете изменять как бы принципу тому, что пиво натуральное. У нас марка держится уже лет 8, да, и точно я не могу сейчас сказать. Качество у нас год за год улучшается, но не ухудшается. За этим следит добросовестный руководство, учет. За качество требует у нас, это нормально. Потому что если марка у нас год за годом улучшается, конечно. Как можно изменить назад? У нас обратного процесса нету, мы идем только вперед. Часто вот, да, руководство считает, да, они всегда пытаются делать лучше. У нас бывают совещания, которые говорят, что сделать, чтобы лучше было всегда. У нас один цель – сделать качественнее и качественнее. Вот в этом. Я с Умаром познакомился год назад, и вот как он… Мы просто пришли в гости, а он на столе расставил весь пол ассортимента своего завода. И так хвалил, знаешь, вот, ну даже вот как бы он, да, там главный, ну как он хвалил, весь ассортимент был на столе, и он видно, как человек любит свое дело. И кайфует, вот, да, да, кайфует, кайфует от того, что он делает, что он для людей. И поэтому хочу пожелать, если вы будете так любить свое дело, если вы будете делать все качественнее, конкурентам шанса не будет вообще. Спасибо. Все, спасибо большое. Добрый пожаловать. Классно работаете, супер идея. Спасибо. Каждый год что-то приезжали, что-то новое показывали.